Партнер проекта – компания «Петрострой». «Петрострой». Надежность, доступность, качество. Меня интересует благосостояние моего района в целом и государства. А коррупция, которая, конечно же, ворует деньги из бюджета как и нашего края, региона, так и государства самого, ну, наносит, скажем, такой немалый ущерб. С точки зрения внешней политики я слежу больше. Противодействуем, то есть расширению НАТО, там все такое, то есть это значимо более. Это хорошо. Ну да, это хорошо. Прямая линия с Путиным сегодня была, ну да, интересно, конечно, что будет нового, что изменится. Вообще, в принципе, политическая ситуация в стране интересует. Меня многое раздражает, ну типа, могу назвать какие-то конкретные вещи, ну всякие законы, типа того же пакета Яровой. Государство обязывает операторов сотовых, наверное, сетей, ну типа операторов интернета, грубо говоря, следить за своими клиентами. Ну и типа передавать информацию государству. Мне кажется, это противоречит Конституции. В эти выборы, думаю, пойти. Голос, он в любом случае учитывается, но какие-то глобальные изменения этим, я думаю, нельзя сделать. Если что-то делать, нужно целенаправленно идти саму в политику и что-то, какие-то свои идеи там продвигать. Знаю, что Максим Решетников сейчас в Рио, в принципе, ну, хорошо выполняет свои обязательства, то есть ездит по городам, в Березниках очень активно занимается вот расселением домов, и школы поддерживал, то есть, в принципе, старается задеть все слои населения. Я его одного, наверное, и знаю из кандидатов в губернаторы. Политика в сфере образования, да, возьмем, раз уж мы тут. Соответственно, меня интересует, ну, когда у нас образование станет более доступным для людей. Естественно, сейчас, но у большинства, скажем так, абитуриентам приходится именно на коммерческой основе учиться. Надо собирать определенные петиции и, естественно, ну, к мнению одного человека не прислушиваться. То есть, как говорится, сила в единстве. Да, смотрю за ситуацией в Крыму, вообще за ситуацией в России. Какие-то международные новости, там, США, недавно были выборы. А так я больше интересуюсь нашими местными новостями. Меня интересует ухоженность улиц, парков, скверов, чистота дорог. Вот, ну, какие-то, да, социальные такие проекты. Там детские сады, школы. Надеюсь, то, что все будет зависеть от нового губернатора, от Максима Решетникова. Насколько вот я знаю, то, что вот он исполнительный, хороший.